Всем привет, художники! Ребята, в этом видео будем рисовать гоночную машину, вид сверху. Рисуем два ряда по 6 клеточек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше от самых верхних клеточек добавляем еще 2 клеточки влево и 2 клеточки вправо. А на самом нижнем ряду по одной влево и вправо. Теперь слева от этой крайней клеточки добавляем еще 5 клеточек вниз. 1, 2, 3, 4, 5. И справа точно так же 5 клеточек вниз. 1, 2, 3, 4, 5. Добавляем от крайней клеточки. Соединяем здесь двумя клеточками и чуть выше. Тоже рисуем две клеточки. Получается 4. Дальше продолжаем. Рисуем две клеточки вот здесь вот внизу. Спускаемся на следующий ряд вниз и рисуем 6 клеточек по центру. Чтобы не ошибиться, сначала нарисуем 2. И добавим еще 2 влево и 2 вправо. И еще раз нарисуем чуть ниже, тоже 6 клеточек. Дальше на очереди серый фломастер. Считаем на этом ряду, 2 клеточки вниз пропускаем, одну рисуем. И справа 2 клеточки вниз пропускаем, одну рисуем. Теперь считаем на этом ряду. 7 клеточек пропускаем вниз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Восьмую разукрашиваем. И справа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 пропускаем и тоже восьмую разукрашиваем. Ну и осталось нарисовать колеса черным фломастером, и рисунок нарисован. Здесь от первой клеточки одну пропускаем, разукрашиваем 3. И от последней клеточки тоже одну пропускаем вниз, 3 разукрашиваем. Передние колеса у нас это один ряд по 3 клеточки, а задние в 2 раза толще. Рисуем 2 ряда по 3, получается 6 клеточек. И с правой стороны заднее колесо тоже 2 ряда по 3 клеточки. Кстати, можно эту гоночную машину нарисовать красным цветом. Будет очень круто смотреться.